WikiLeaks лишила сервера на американском портале Amazon. На данный момент скандально известный сайт недоступен для пользователей США и Европы. С воскресенья сайты организации «Основной и дополнительный», на котором опубликована секретная переписка американских дипломатов, выдержали уже несколько хакерских атак. Несколько раз сервер, расположенный в Швеции, не выдерживал нагрузки и рушился. Тогда дирекция организации решила перенести трафик в США и арендовала один из серверов Amazon. Они отличаются устойчивостью к кибератакам. Но теперь корпорация отказала сайту в услугах хостинга. Напомню, накануне Интерпол объявил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа международный розыск по обвинению в сексуальных домогательствах.